Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. 10 июня 2022 года в Зеленом театре ВДНХ пройдет большой сольный концерт Николая Носкова. В программе новые акустические версии известных композиций. Среди них песни «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньше я не согласен» и другие. Специальным гостем концерта станет Виктор Дробыш. Николай Носков – заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овации» «Виктория». За свою музыкальную карьеру певец выступал в разных жанрах. Начинал с арт-рока в группе Давида Тухманова «Москва», а потом работал в хард-роковом парке Горького. В группе «Николай», созданной в середине 90-х вместе с Дмитрием Четверговым, Носков исполнял как тяжелые композиции с музыкальными цитатами из «Щелкунчика» Петра Чайковского, так и знаменитые романсы на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают». Для альбома «Паранойя» были характерны электронные эксперименты. Диск «По пояс в небе» изобиловал этническими аранжировками. В вышедшем несколько лет назад альбоме без названия жесткие гитары сочетаются с воздушным звучанием симфонического оркестра. Каждое выступление нынешнего Николая Носкова – это не только история про мастерство и виртуозность, но и про преодоление воли к жизни, бесконечную любовь к своему слушателю, безоговорочную преданность сцене. Песня «Живой» стала его персональным гимном, примером того, как не сломаться под угрозой самых неблагоприятных обстоятельств. Вы смотрели канал Ананас Ленд. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и пишите комментарии. Нам важно и интересно ваше мнение. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.